Национальному академичному драмтеатру имя Якуба Коласа 90-х годов. Театр приземлился в Витебску. Менавіта так назвали святочную юбилейную вечерину. На сцене герои спектакля, у якими богата афиша творчей установы. История этого театра не только на подмостках. У областным краязнавчим музеи створили экспозицию, присвященную юбиляру. Тут реквизиты, фотографии и документы с фонда театра и особистых архивов. Навод театральная завеса до первого спектакля «Нестерка», без якого не обходится ніводны сезон. У репертуары коласаўцаў беларускай класіка і шедевры сусветнай драматургіі, эксперыментальныя пастаноўкі і монаспектаклі. Тэатр запрашае як знакамітых рэжысёраў, так і маладых.